Всем привет! Сегодня открываем посылку из Китая. Покупка экран для J3 Samsung. Старенький телефончик J3, который уже, в принципе, не используется. Но экран пришел. Пришел экран. Посылка выглядит очень красиво. Видите, таких посылок уже давно мне не присылали. Из белого пенопласта. Упакованная. Ну, не будем тянуть резину. Открываем для продавца эту посылку. Если вдруг там лежит не экран, а лежит какая-нибудь смятая бумага или еще что-то, вот оно, документальное подтверждение продавцу, что он нам прислал не то, что надо. Вот. Ну, короче, так. Разрезаем желтую изоленту, разрезаем. Да что ж такое, руки крюки есть. Вот, снимаем. Раз. В итоге внутри, в контейнере, что мы видим? Мы видим защитные пленки, которые мы потом пощелкаем на радостях, и мы видим экран. Новый экран к разбитому телефону. Видите, одна упаковка. Теперь следом идет вторая. Вторая упаковка. Мягкая. И вот он, этот долгожданный экранчик. Для Samsung J3 16 года. Просто, о, еще одна пустая. Ну все, ребят, нащелкаемся мы. Антистресс, так называемый. Будем щелкать. Ну ладно, перейдем к посылке. Значит, экран пришел. Все целое. Все в нормальном виде. Теперь осталось только отнести в мастерскую и установить этот экран. И у меня будет новый телефон. Значит, посылка шла очень даже недолго. Всего лишь 47 дней. Спасибо продавцу, магазину. Ссылка на этот магазин будет у меня под видео в описании. И что еще хочу сказать? Спасибо. Потому что здесь у нас этот экран я купил всего за... Так, сейчас скажу. Переводе, если на доллары, то получается где-то порядком где-то 15 долларов. Здесь же в наших магазинах абсолютно точно такое же стоит порядком где-то 50-60 долларов. Вот. Спасибо продавцу, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте на канал. С вами был Мракобес. Thank you.